Добрий вечір. В ефірі телекомпанії СТВ, як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Олександр Сінкевич, Миколаївський міський голова. Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Александр Федорович, собственно, сегодняшняя новость о назначении Юрия Гранатурова главой администрации Ингульского района не осталась незамеченной, как минимум, коллегами-журналистами. Поэтому, если не возражаете, с этого и начнем. Вы предложили Юрию Исаевичу, или он сам предложил, собственно, городскому голове реализоваться на посту главы администрации? Юрий Исаевич, или кто-то пролоббировал? Юрий Исаевич опытный управленец, человек с опытом. Хочу напомнить, что он когда-то работал в этой администрации руководителем. Юрий Исаевич периодически, надо сказать, постоянно с той или иной долей критики относится к моим решениям, к моим там способам управления, но при этом это человек, который говорил, что я всегда могу рассчитывать на него в случае, если мне понадобится его опыт в решении тех или иных проблем. Хочу сказать, что уже долгое время исполняет обязанности руководителя, заместитель Игорь Волков, который сам уже достаточно опытный чиновник, и он работал главой центрального района. Я рассматривал бы эту позицию Юрия Исаевича все-таки как некую промежуточную перед дальнейшим его ростом или перед дальнейшим его движением вперед. Я прошу прощения, собственно, об этом и планировал спросить. Так или иначе, или в совсем близкой перспективе, в неочередные, или в чуть более отдаленные очередные местные выборы. И мы помним, что в 2015 году Юрий Исаевич, собственно, и вы с ним были оппонентами по поводу поста руководителя города. Так и есть. Не боитесь ли, что Юрий Исаевич, собственно, то, что называется, взрастите, ну, не знаю, насколько применительно к такому опытному политику и управленцу слово, взрастите, но тем не менее, мощно стартанет с поста главы районной администрации непосредственно в борьбе за пост городского головы? Если вы помните, то перед началом гонки депутатской в одном из интервью я сказал о том, что номер один вопросом, которым будут ходить депутаты во дворах города и рассказывать о том, что они будут делать в Верховной Раде, они будут критиковать городского голову. К сожалению, люди николаевцы не всегда понимают разницу полномочий депутатов, городских голов, депутатов Верховной Рады. И поэтому они все время концентрируются на одной личности, потому что в ней как бы стекаются весь негатив и весь позитив. Могу возразить. Я продолжу. Я прошу прощения, да. Я могу возразить. Я вижу, что народный депутат Борис Козырь критикует депутатов городского совета, которые не принимают, либо предпринимают те или иные решения. Имеет право. На самом деле депутат Борис Козырь уже 5 лет проработал депутатом и вник во все проблемы как местного самоуправления, так и Верховной Ради. И он уже, скажем так, опытный человек, который понимает суть проблемы, а не рассматривает ее форму. И в этом смысле могу сказать, что сегодня у людей запрос не на людей с опытом, не на людей с какими-то там планами, стратегиями, программами и конкретными решениями, а на новых людей. Ну, собственно говоря, в этом смысле поэтому то, о чем вы говорите, я не переживаю, потому что уже сегодня у николаевцев я уже старый, понимаете? То есть, несмотря на то, что сегодня я работаю там 3,5 года на позиции городского головы, для них уже я старая власть, старый для многих, кто, ну, скажем, не обладает критическим родом мышления, то есть он уже все, он уже старый, он уже нам не подходит. То, что касается Юрия Исаевича, то есть, если я старый, то он уже устаревший. Но остается фактом. Сегодня у Юрия Исаевича будут конкретные задачи по району, по его внешнему виду, по некоторым инфраструктурным проектам. Вы сформулировали эти задачи? Да, мы с ним, конечно же, это не просто так, что я с утра проснулся, упал с кровати и решил, а не назначить мне Гранатурова. Конечно же, мы обсуждали этот вопрос, конечно же, эти задачи я поставил. Одной из первых задач будет приведение в порядок филиала Центра предоставления административных услуг. Моя позиция, что на первом этаже, там, где сегодня кабинеты чиновников, нужно их оттуда снести и там сделать открытый такой open space, где люди смогут получать услуги и не толпиться в очередях, для того, чтобы то место, где так называемого первого контакта с властью, точка первого контакта, а именно этот СНАП, чтобы это было место комфортное и удобное для николаевцев, а не для работников администрации. В какой перспективе это может произойти? Я поставлю задачу, чтобы ко дню города
Мы сделали все возможное для того, чтобы открыть обновленный ЦНАП в Ингульской администрации. Более того, в ближайшее время планирую выходить на сессию к депутатам с просьбой увеличить количество работников ЦНАПа и сделать это, ну, вместе там, с зарплатой, с техникой, для того, чтобы мы могли качественно оказывать услугу. В основном большинство проблем возникает со справкой о составе семьи по форме 3, да, то есть регистрация. Думаю, что будем мы еще получать в процессе децентрализации, будем получать дополнительные, скажем, наши обязанности. Обязанности нужно подкреплять людьми и деньгами, потому что у нас там скоро выдача там, разрешений на оружие, выдача водительских прав, техпаспортов и так далее и тому подобное. Поэтому все это требует людей, все это требует дополнительных помещений. И то, что если где-то какие-то структуры государственные ликвидируются, это не означает, что они исчезают. Это просто означает, что они идут на местный уровень. Что еще? Какие еще задачи нарезали новоиспеченному главе? На самом деле сегодня некая совместно с Игорем Волковым. Игорь Волков, хочу сказать о том, что очень тоже опытный управленец. И я думаю, что это тоже какой-то этап в его жизни, какое-то принятие опыта у Юрия Исаевича. Но в любом случае основная задача — это проведение санитарной очистки и состояние района совместно ими к нормальному виду, скажем, к цивилизованному. И стратегия реконструкции публичных зон, то есть парков, скверов, тротуаров и так далее, которые пользуются наибольшим количеством, ну, которым пользуются люди. Будет ли Юрий Исаевич складывать полномочия депутата городского совета? Дело в том, что позиция руководителя района не подразумевает под собой снятие, складывание полномочий депутата, за исключением того, если Юрий Исаевич захочет, или я, допустим, захочу предложить его в исполком городского совета. У меня нет такого желания, насколько я знаю, у Юрия Исаевича тоже его нет, поэтому, ну, сегодня нужно откинуть вот эти вот, знаете, вот это политические там обсуждения. На самом деле, я думаю, что через короткое время уже все даже забудут про это. Сегодня нужно сосредоточиться на работе. У нас действительно очень много нереализованных проектов, но в основном они нереализованы из-за политических нестабильности. Вот давайте об этом и поговорим. Сессия городского совета не смогла перераспределить, собственно, бюджет. И я планировал спросить, когда готовилась, собственно, шла подготовка к записи этого интервью, какие последствия. Но тут бюджетная комиссия городского совета, собственно, вчера, ну, как бы фактически утвердила эти изменения. Нет, не совсем. Вот, то есть, что происходит и какие последствия вот этого всего? Смотрите. Ну, бюджетная комиссия перераспределила деньги внутри департамента ЖКХ, их внутренние перекидки, там где-то там светофоры уменьшились в стоимости, где-то увеличились, где-то добавился на эти освободившиеся деньги, где-то какие-то объекты из-за того, что затягивается проектировка и экспертиза, не могут быть выполнены не до конца года, а где-то какие-то объекты требуют дополнительных денег, и мы на них перераспределяем. То есть это внутри департамента ЖКХ, это не принципиальное решение, такое, что за него бьются депутаты. Депутаты бьются, происходит битва мнений за как правильно распределить 216 миллионов. Хочу напомнить, что это деньги, которые не были освоены в прошлом году, это деньги, которые мы получили как перевыполнение бюджета за весь 2018 год. И это деньги, которые получились в виде экономии, потому что были теплые зимы, и у нас все школы, садики, медучреждения сэкономили неплохие суммы денег, и это все объединилось, получилось 216 миллионов. Кроме того, нам нужно проголосовать 4 субвенции народных депутатов, те самые, про которые говорит Козырь. И мне кажется, депутаты пришли к тому, что уже сегодня, ну, политические амбиции нужно отложить и проголосовать, потому что это все-таки деньги наших горожан, потому что субвенции потом улетят обратно в государственный бюджет, и мы ничего не получим. Ну и, собственно, все это нужно сделать, но нету одного единого мнения. В том числе и потому, что там есть деньги, часть денег, которую мы хотим выделить на площадь. Да, то есть там предусмотрено 30 миллионов для того, чтобы их выделить на площадь. В том числе и разное мнение о том, кому какие крыши нужно делать, кому какие там деньги на ОСМД. Потому что моя позиция вообще, что надо конкретно поддерживать ОСМД, выделить. Есть все программы 90 на 10, их надо реализовать. Есть теплые кредиты, их надо реализовать. Вот, а потом уже заниматься строительством новых проектов и так далее. Вот, поэтому сегодня еще идет это, нет понимания. Мы предложили первый вариант исполкомом, не подошел. Мы проработали второй вариант, тоже не подошел. Сейчас у меня позиция такая. Пока депутаты в комиссии не скажут, что да, это то, что мы
нам нравится, мы на исполком не отправляем. Процедура принятия бюджета такая. Исполком городского совета, исполнительная власть утверждает. Дальше. Депутатская комиссия. И после этого вынос на сессию. Сегодня у нас из этих трех нет ни одного. Когда мы будем понимать, что после первого второй пройдет, мы уже тогда будем выходить и на первый, и на второй пункт, и будем выходить на сессию. Я очень надеюсь, что это будет следующая неделя. Объясню почему. Я попросил активизироваться всех, кого только можно, всех главных распорядителей, депутатов, всех. Потому что сегодня у нас есть еще те проекты, которые нам необходимы срочно деньги. Например, новая украинская школа. Мы получили из государственного бюджета деньги, и для того, чтобы их реализовать, нам нужно дать софинансирование. Софинансирование в этом перераспределении. То есть для того, чтобы закупить новые парты, оборудование и запустить детей 1 сентября в школу, мы уже проводим тендеры для того, чтобы как только деньги появятся, сразу закупить и провести поставку. Осталось 1,5 месяца. Поэтому я об этом пытаюсь донести депутатам. Надеюсь, что мы вместе найдем. Я не буду сейчас говорить, там, кто там прав, кто виноват. Я надеюсь, мы в ближайшее время найдем консенсус и примем это решение. Очень хотелось бы, чтобы так и было. Николаев получил 35 миллионов гривен государственных субвенций. Слышим, что это 10 миллионов на центральный стадион, 20 миллионов на строительство Дюкера, который крайне нужен, чтобы дать воду в Варваровку и Корениху. 5 миллионов детсад в микрорайоне Северный. Ну, тут, собственно, два вопроса. В принципе, по каждому пункту, как именно могут быть расходованы эти деньги? Собственно, что также принципиально, нужно ли голосование еще какой-то сессии городского совета, чтобы все это опять же запустилось? Да. Давайте предыстория этих денег. Еще, вот надо сказать, что наша область очень обижена. Ну, Николаев конкретно. Потому что мы практически не получаем, получили до 10 миллионов за последние 3 года по Государственному фонду регионального развития. Хотя, Николаевская, то есть Днепропетровская область там миллиард получила. Не могу сказать точно цифру, но они могут строить там садики, выделяется финансирование на дороги и так далее. Обделенная наша область и тем более город. При встрече последней, когда был президентом Порошенко, я озвучил ряд проблем, которые считал важными. И эти проекты, то есть разговор чем закончился? Формируйте проекты, подавайте их на соцэкономразвитие, мы на Кабмин будем выносить, сколько сможем, выделим. Мы вынесли эти проекты, там был ряд проектов, это в том числе был и мост, и в том числе дороги международного значения, это имеется в виду проспект Героев Украины, часть Пушкинская, Никольская, Большая Морская, Одесское шоссе, Веселиновское шоссе, дороги государственного значения, которые проходят по городу, это большие суммы там. И, собственно, вот эти проекты, которые мы подавали, то есть это Дюкер, 20 миллионов, это стадион 10 миллионов центральный, чтобы его закончить, и 5 миллионов на то, чтобы начать вопрос по садику на Северном. Итак, первый вопрос. Нам действительно Кабмин выделил эти 35 миллионов. Я считаю, что это заслуга команды городского головы, которая подготовила эти проекты, пролоббировала, долгие общения там были. Мы все-таки, нужно быть благодарным, что это не осталось обещанием предыдущего президента, который просто сказал, хорошо, ребят, сделаем все, только проголосуйте. За него не проголосовали, денег нет. То есть выборы прошли, деньги пришли. Я благодарен тому, что уже после выборов и когда поменялась политическая ситуация в стране, ничего не произошло с нашими деньгами, они все-таки до нас дошли. Сегодня они здесь, сегодня нам нужно проголосовать изменения в программу соцэкономразвития, бюрократия, на сессии внести эти проекты в наши программы развития города Николаева. Что дальше? До конца года, уверен, мы можем воспользоваться 20 миллионами по Дюкеру. Что планируется? Планируется, например, если взять этим проектом, планируется по Варваровке создание двух колец водоснабжения, от которых все будут дальше подключаться. То есть выкопать это, подвести все к реке, проложить трубы, закопать, это все стоит порядка 16 миллионов. Именно на это мы потратим деньги. А дальше уже остальные 60 необходимых миллионов, это создание сооружений с одной и с другой стороны реки и непосредственно бурение этого, будем делать в следующем году. Но уже факт остается фактом, что если мы начнем этот проект делать, он обречен на то, чтобы быть доделанным. Что касается проекта по стадиону. Этих денег нам хватит, чтобы закончить центральную чашу стадиона.
и накрыть ее травой, и сделать там, ну скажем, цивилизованный, нормальный по стандартам стадион. Конечно же, это не конец реконструкции центрального стадиона, потому что впереди у нас еще реконструкция дорожек, которые находятся вокруг стадиона, нанесение нового там покрытия, частичная реконструкция трибун, и, собственно, туда еще там вкладывать и вкладывать, но все по чуть-чуть. Ну и 5 миллионов нам хватит для того, чтобы сделать котлован, для того, чтобы, я думаю, вылить подушку для садика в микрорайоне Северном, которым будем постепенно выделять деньги. Я надеюсь, там года за 3 можно будет построить этот садик. Актуальны ли по-прежнему тема кредитной линии на 240 миллионов от Укргазбанка? Тема актуальна. Учитывая все вот эти вот перспективы, которые мы обсудили выше. Она, конечно же, актуальна. Основной вопрос ведь на самом деле не в том, что нам не хватало денег. Денег всегда не хватает. Вот сколько бы ни было, их все время будет мало. Вопрос в том, что очень часто мы начинаем проекты, не имея полного финансирования. И получается, что, так знаете, каждой дочке по сережке. Ну вот, например, в понедельник или во вторник я свое утро начал тем, что с 8 утра поехал в микрорайон Северный, и там есть школа-садик, которая, на которой делали крышу, там, потому что она текла, и осталось ее доделать, не хватает 500 тысяч, которые не предусмотрели в бюджете, все как бы забыли про эту крышу, а сегодня при перераспределении нам про нее надо вспомнить. Доделать ее, потому что течет, продолжает все это течь. Есть проекты, которые мы фактически растягиваем. И вот я же говорю, получается так, каждой дочке по сережке, никому пара, там начали, там начали, там начали, и потом на следующий год опять начинается борьба за то, чтобы туда додать, и получается незаконченные объекты, и мы их плодим, и они текут, и они создают проблемы горожанам. Поэтому кредитная линия означает, нужны деньги дофинансировать, мы их выделили, забронировали, сделали проект. Не нужны, не берем деньги, проект, проценты не платим. То есть это своего рода такой бюджетный овердрафт. То есть надо деньги, залезли и платим за это, за использование кредита. Ну тогда вот я помню, вы тендеры провели, ну то есть это работает уже, это деньги уже можно брать? Мы провели тендер, не тендер, а конкурс. Конкурс начинался с того, что подали позицию на 21,5%, снизилось, по-моему, до 19,7%, то есть упала ставка. Значит, мы определили, что это Укргазбанк, первое. Второе, что сейчас, кроме того, что сделать вот такую процедуру, еще необходимо пройти ряд процедур, которые касаются и сессии городского совета, и погодження, получения погодження от Министерства финансов Украины на вот то, чтобы мы сделали такое местное запозычение. Поэтому это не быстрый путь. Я думаю, что если мы сейчас все идет как вот нормальной скорости, то где-то к сентябрю мы будем понимать о том, получаем мы эту линию или нет. В какой стадии вопрос о приеме в городскую собственность ТЭЦ? Мы видим, что депутаты городского совета, опять же, не поддержали эту историю. Я очень надеюсь, что в ближайшую сессию я постараюсь снова вынести этот вопрос в сессионный зал, и мы примем ТЭЦ в коммунальную собственность города. Конечно же, все время сравнивают ТЭЦ с... Я прошу прощения, ну вот, допустим, вы получите позитивное, положительное решение сессии городского совета. Да. Ну это же только часть этой бюрократической, это же все равно там... Это даже не часть, это знаете, как когда бегут по стадиону бегуны, они там бегут какое-то время, а то, что произойдет на сессии, это просто выстрел, это миг. Там еще впереди огромное количество работы, которую нужно провести. То есть о наступающем отопительном сезоне 19-20 я не думаю. Я не думаю, что это произойдет до нового отопительного сезона. Скорее всего, это будет после. Потому что, поймите, одно дело принятие Кабмином решения о том, что они принимают решение передать его нам. Другое, потом создаются инвентаризационные комиссии, которые с их стороны, что они вот это все вот принадлежит с нашей, для того, чтобы проверить то, что они передают. Все там эти акты и так далее. И тому подобное. Это все месяца. Я думаю, что это начало следующего года, то есть после окончания отопительного сезона. Но почему это необходимо? Во-первых, нам нужно, сегодня город должен полностью понимать, какая его теплоэнергетическая стратегия и как он будет развивать. Те котельные закрываем, те котельные строим, там отрезаем, строим новую котельную. Если заменить просто трубу, которая идет оттуда на дальний район, то это будет стоить X денег, а построить котельную и раздать там на месте тепло будет стоить X разделить на 2. Ну, логично, что для города это удобнее. Сегодня мы идем к этому, и я пытаюсь объяснить это депутатам. Что касается
ТЭЦ. Предприятие занимается когенерацией, то есть фактически, скажем, обеспечивают себя, у них нет проблем с зарплатой, у них хороший коллектив, и в принципе, я не знаю, ну, хотят ли они вообще идти в город. Я думаю, что если в случае, когда они станут городскими, хуже точно не будет, потому что мы не вынимаем деньги, мы только вкладываем, мы не бизнес. И что касается облтеплоэнерго, здесь ситуация другая, потому что по тарифу, по методу расщепления, все деньги, которые заходят от платежей, в основном это наши граждане, николаевцы, 90% сразу уходит за газ, а 10% остается на предприятие, на выполнение инвестиционной программы и на зарплату, налоги и так далее. Сегодня образовывается большой, ну скажем так, разрыв кассовый, и действительно сегодня у нас большие проблемы с тем, что нужно дофинансировать наш облтеплоэнерго из бюджета города. В частности, в этом бюджете, в этих перераспределениях 216 миллионов у нас есть деньги и на облтепло, и на водоканал, и на электротранс для того, чтобы, ну, помочь им справиться с той ситуацией, в том числе и с несоответствием тарифов на поставку, с тарифом на энергоносители. Водоканал начал отключение должников. Теперь у них есть такая возможность. Да. Уже какая-то реакция есть от граждан? Ну, то есть как-то потекли деньги, которые накопились, там эти 90 миллионов или 100 миллионов. Это какая-то колоссальная цифра. Большая сумма. Ну, представляете, вот люди иногда просто говорят о том, вот почему повышается там тариф. Вот не хотим, чтобы повышался тариф на водоснабжение. При этом все забывают о том, что сегодня, при том даже старом тарифе, у нас накопилось 90, там, ну, почти под 100 миллионов гривен долгов. Что такое 100 миллионов гривен долгов? Ну, это, казалось бы, сумма как будто и огромная, и небольшая одновременно, но просто это означает, что такая сумма накопилась, потому что кто-то специально не платит. Есть люди, которые говорят, а вы все равно мне воду не отключите, а ее нельзя отключать, воду. Это типа жизнеобеспечивающий продукт. Вот после того, как приняли там буквально там месяц назад этот закон о том, что можно отключать злостным неплательщикам, начали отключать, и уже люди начали компенсировать. И потому что, знаете, как пока гром не грохнет, мужик не перекрестится. Ну, я думаю, что в ближайшее время всеми злостными неплательщиками мы разберемся. Более того, хочу сказать, что в основном злостные неплательщики – это люди с хорошим достатком. А бабушки, люди старшего возраста, которые там перебирают копейки, где на хлебушек потратить, где там на платок, они всегда платят вовремя за воду. Это самые порядочные, мое им уважение отдельное, за то, что это самые порядочные плательщики и за квартплату, и за воду, и за газ, и за все, и за отопление. Свои копейки пенсии они считают и платят, а люди с достатком на крутых машинах, при крутых квартирах в основном считают, что им все должны. В КОПе новый директор, это некто Геннадий Козлов, ну, не знаю, возможно, что-то пропустил, но не могу не спросить, кто это и почему он? Да, значит, я думаю, что мы уже обговорили эту тему в публичной плоскости, но не все, я так понимаю, эту информацию уловили. Моя позиция такая. Сегодня мы можем проследить историю нашего комбината общественного питания, который занимается в том числе и столовыми в школах, и кормлением детей в детских садах. Мы можем обратить внимание на ряд скандалов, которые ежегодно или через два года появляются и появляются, и появляются. Мы меняем руководителей, но скандалы как были, так и остаются. То есть проблема не в руководителе, а все-таки в системе. Сегодня руководителем назначен господин Козлов с простой задачей. У него, ну, есть его прошлое, где он работал там и в борьбе с экономическими преступлениями в милиции, и в сегодня, до этого он работал в водоканале в отделе, который занимался, ну, безопасностью экономической. Сегодня его задача. Я ему подписал контракт на 3 месяца. Провести аудит предприятия, найти, где у нас основные затраты, где у нас ведут цепочки, где у нас есть коррупционные составляющие и где у нас нужно поставить механизмы контроля для того, чтобы при изменении любого руководителя люди с разными уровнями подчинения следили за качеством питания. Сегодня для меня задача номер один – обеспечить качественное питание продуктов наших детей. Качественных продуктов, качественное питание. Еще раз хочу напомнить, у меня 2 детей. Эти дети ходят в школу и кушают, как и, ну, младший еще не ходит, но скоро пойдет, старшая ходит. И я ей не говорю, Маша, вот морковку не ешь, а яблочко скушай, потому что там нормально, а то нельзя. Нет, она идет, и она, как все дети, там питается. И я, как отец, и как, ну, в каком-то смысле отец всего города, должен понимать, что все дети едят нормальную пищу.
Новые автобусы. Собственно, тариф согласован. Это 5 гривен за проезд. Анонсировалось, что 5 июня, то есть завтра с утра, они стартанут. Поэтому не могу не спросить, стартанут ли? Стартанут ли? Ну, можно и так сказать. Стартанут. Потому что уже, собственно, достаточно давно мы слышим, ну, и среди рядовых николаевцев. Так что же, автобусы нам показали красивые, зеленые, когда? Значит, смотрите, ну, во-первых, мало кто верил, что вообще они появятся у нас, потому что все думали, что это все. Это, опять же, один из примеров того, что иногда политическая какая-то доцельность, она перекрывает интересы горожан. Я хочу сказать, что в конце концов нам удалось убедить практически всех депутатов, там, с исключением двух там, или трех, о том, что это необходимая мера, о том, что нужно восстанавливать коммунальный транспорт, было создано предприятие. Но предприятие создавалось не то, что с нуля, а с минус единицы. Сегодня, за то время, пока мы находились, все огромные территории, все ХТП распроданы, приватизированы и так далее. Нам элементарно сейчас негде хранить автобусы, даже 23 штуки. А хочу, чтобы вы понимали, что нам их нужно сотни этих автобусов, там 230 штук. Да? И сегодня мы говорим о том, что происходит запуск новой системы перевозок на автобусном транспорте. Предприятие создано, транспорт закуплен, лицензию получено, тариф утвержден, людей наняли. Конечно же, людей, как я и тогда говорил, так и сейчас, не хватает, и мы ищем, потому что нужно на несколько смен людей находить, и мы продолжаем искать. Я думаю, что когда люди увидят эти автобусы, они уже поймут, что это не какие-то истории про непонятные автобусы, а это реальная работа с реальной зарплатой, белой, с налогами и с пенсией. И, конечно же, пойдут на эту работу. Запускаем мы действительно в пятницу, для того, чтобы, ну, скажем так, откатать их по городу и на выходных меньше напряженность транспорта, чтобы водители привыкли ездить в этом потоке. Я на самом деле хотел запустить в субботу, для того, чтобы субботу-воскресенье отработать и с понедельника уже выходить в такой плотный режим, в плотную рабочую перевозку. Автобусы будут запущены. Сейчас они будут ходить в тестовом режиме на трех маршрутах. Сейчас эти автобусы будем мы откатывать, будут какие-то возникать проблемы, будут, ну, то есть прошу горожан относиться к этому с пониманием. Но когда этого не было, извините, 30 лет, уже сегодня нужно немножко потерпеть, чтобы все работало как часики, оно должно начинать в тестовом режиме сейчас запуск и раскрутка всего этого предприятия. Что касается 5 гривен, которые... Мы уже сегодня мы понимаем, что этих денег не хватает. Объясню почему. Потому что мы уже провели расчет по нормативным показателям, то есть есть сетка, по которой рассчитывается тариф, и мы уже видим, что он должен быть там 6 там, с чем-то гривен. Конечно, мы сейчас будем дотировать это предприятие, но по результату мы хотим получить и вывесить информацию публично для всех в интернете, на страничке, где будет написано. Вот столько-то стоят эти автобусы с лизинговыми платежами. Вот такая-то зарплата водителей. Вот такая-то там стоимость топлива за литр. Вот такой-то расход. Вот такой-то, такой-то. И на основании этого показать, что вот у нас есть такой-то пассажиропоток, и на основании этого есть вот такой расчет тарифа. Тогда ни у кого в Николаеве не будет вопросов. А что они там наваривают? А куда наши деньги деваются? Будет все понятно и будет все доступно. И на основании этого мы сможем работать в том числе и с маршрутными перевозками. Потому что очень часто маршрутчики говорят, нам пора поднимать, потому что согласно закону, если одна из составляющих поднимается больше, чем на 10%, можно пересматривать стоимость проезда. Действительно, топливо поднимается в цене у нас периодически, и с момента последнего поднятия больше, чем на 10%, и они уже обращаются. Я говорю, подождите, нужно провести наши расчеты и доказать тариф. Ну, вот так. Ну и, может быть, подводя итог разговору, сессия городского совета поддержала программу развития городского электротранспорта на 2019-2020 годы, но, собственно, ставился также вопрос о поднятии стоимости проезда до 5 гривен. Исполком не утвердил эти два решения, что означает для Николаева электротранса, ну и, собственно, в принципе, для транспорта города Николаева вообще. Ну, смотрите. У нас действительно, опять же, есть вот эта составляющая политическая. Сегодня мы находимся в моменте выборов. Хочу напомнить, почему нужно повысить стоимость проезда в электротранспорте. С 1 января 2019 года стоимость электроэнергии повысилась. Фактически сегодня для того, чтобы транспорт ходил, мы должны брать деньги с бюджета, с дорог и ложить их на компенсацию проезда.
То есть, когда мы кладем эти деньги на компенсацию, когда мы ложим их туда, да, означает, что мы забираем у тех, кто может пользоваться всеми благами, и отдаем их тем, кто пользуется только благами электротранспорта. То есть многие люди не пользуются электротранспортом. Я уже не говорю про отдаленные районы, про Корабельные, Варваровку, Матвеевку, Коренихи, Терновки и так далее. То есть мы не говорим там о том, что они пользуются, и получается, но налоги они платят все. Все николаевцы платят налоги и накапливают их в бюджет. И получается, что из этого бюджета мы не даем не всем блага, а только некоторым, кто ездит на электротранспорте. Поэтому тариф нужно поднимать для того, чтобы это была социальная справедливость. Кто пользуется, тот и платит. Кто пользуется, но у него есть льгота, мы за него в любом случае компенсируем из бюджета. И, конечно же, при поднятии электроэнергии нам нужно компенсировать больше, а собираем мы как собирали. Поэтому нужно увеличить действительно этот тариф. Мы это пытаемся объяснить членам исполкома. Мы показываем расчеты. Ну, уже электротранспорт легко нам доказать, потому что есть электроэнергия, это не маршрутки, это не автобусы. Есть все методика расчета, есть все показатели, все, пожалуйста. Есть количество проданных билетов, ну и так далее и тому подобное. Но не хотят принимать. В последнем исполкоме не хватило голосов. Может быть, после выборов нам удастся. 21 числа у нас выборы состоятся, я надеюсь. И у нас после выборов упадет этот политический накал, и все будет нормально. А сегодня мы должны понимать, что из-за вот этой политизации этого процесса нам нужно доставать деньги из бюджета и на компенсацию. Там около 12, по-моему, миллионов мы сейчас электротранспорт. Хорошо, ну а программа проголосованная на 19-20 год, она, в ней что? Вы знаете, несмотря на такую сложность процесса, вот такой вот бюрократический, то сама по себе программа – это некий план. План того, сколько необходимо предприятию для того, чтобы функционировать, ну, скажем, в рамках стратегии развития этого предприятия. И программу мы утверждаем, но есть бюджет. Очень часто мы можем сказать, мы себе заложили в программу, что для того, чтобы комфортно люди передвигались, нам надо 200 миллионов. Но если у нас в бюджете только 20, ну, не получится. То, это то, о чем говорил один из депутатов на сессии, что приведите в порядок программу к соответствию к бюджету. Но мы все-таки надеемся, что бюджет мы подтянем, и дополнительные деньги там, по перевыполнению нашего бюджета мы также передадим электротрансу. Кроме того, хочу напомнить, что мы работаем по нашим троллейбусам, также троллейбусам с автономным ходом, с банком ЕБРР, и нам в любом случае нужно будет еще дополнительно выделять деньги на это предприятие и обязательно повышать тариф к экономически обоснованному. Это основное требование ЕБРР для того, чтобы не дали деньги и понимали, что мы все-таки кредиты когда-то вернем. Александр Сенкевич, Миколаївський міський голова, будь нашим гостем, відповідає на наші питання. Дякую, найкраще, успіху. Дякую. До побачення.